Во время очередного заседания участники туристического кластера Амурского района обсудили планы развития кластера до 2020 года и проект целевой программы развития туризма в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы. Кроме того, участники обсудили подготовку к проведению презентации туроператором города Хабаровска туристических ресурсов Амурского района, которая пройдет 2-4 августа. Планом мероприятий по развитию туристического кластера в нашем районе предусмотрено создание реестра туристических ресурсов, выпуск электронного журнала, создание виртуальных экскурсий по достопримечательным местам Амурского района. Участники кластера войдут в состав разработчиков проектов по созданию и развитию туристическо-рекреационных зон в городе Амурске, селах Ачан, Жуен, Омми. В течение 2 лет будут созданы 6 туристических информационных центров – этнографического, экологического, событийного, спортивного и экстремального туризма. Каждое поселение, на мой взгляд, особенно национальное, должно определиться с одним событием, которое должно быть ежегодным. Мы включаем ресурсы инфраструктуры, готовить начинаем его по разным целевым программам тогда. Дороги, общепит, да, ну и все, что вот к этому мероприятию надо. Элементы, может, малые архитектурные формы, которые будут создавать этот антураж вот этого главного события. Ну, то есть, вот понимаете, да, как бы. То есть появляется тогда идея этого проекта, и он начинает, так сказать, обрастать. В разработанной администрацией района проект программы по развитию туризма были включены предложения населения и администрации поселений, сел Джуен, Ачан, Вознесенского сельского поселения, поданные в проект программы социально-экономического развития Амурского муниципального района на период до 2020 года. Перечнем инвестиционных проектов программы предусматривается создание этнографических комплексов в селах Ачан и Джуен, туристическо-рекреационного комплекса «Амурский дендрарий» в городе Амурске, на базе Центра славянской культуры «Родник» поселок Эльбан, территории оживших традиций.